Первая лига. 30 лет. Но внутри ей всегда 18. Родилась наша героиня в Воронеже. Очень любит путешествовать, но исключительно по России и Беларуси. По словам первой, она каждый год в декабре выбирает себе нового фаворита. Примерно из 20-30 претендентов. Среди ее бывших есть очень популярные персонажи, такие как Парма, город Пятигорск, Радио Свободы и Такта. Но все они использовали первую, чтобы построить отношения с ее старшей сестрой. Недавно Лига занялась саморазвитием, кардинально сменила имидж и начала снимать ролики на YouTube. За год ее видео собрали больше миллиона просмотров, после чего ее заметили московские продюсеры и пригласили на федеральный канал. По ее собственным словам, звездной болезнью она не страдала. Не страдает и страдать не планирует. Скорее всего. Сейчас первая проживает в городе Пермь, потому что любит города с красивыми набережными, богатой КВНовской историей и просто обожает зажигать на юбилеях. На данный момент ее сердце свободно, но будьте уверены, это ненадолго. Ведь чтобы ее завоевать, съехались 5 претендентов со всей России. Хоть дата торжества уже известна, но жених еще не определен. Кто знает, может, их будет и двое. Прямо сейчас на YouTube-канале Про КВН мы узнаем, для кого же настало время первой.